Молодая любовница могла увести любвеобильного Константина из семьи. Вера Брежнева продолжает подогревать предположения о разрыве с Константином Меладзе. Похоже, от былой идиллии супругов осталась только оболочка. Уже много месяцев звездные супруги нигде не появляются вместе, не выходят в свет и не публикуют совместных кадров, и, похоже, живут раздельно. Вера гастролирует только со своей командой, отдыхает только с подругами, и даже праздники встречает одна, в том числе дни рождения детей. Видимо, певица совсем охладела к супругу, ведь открыто флиртует с коллегами и все чаще подогревает слухи об интрижках с юнцами, например, с участником М-бэнд Никитой Кейси. А Константин и вовсе спрятался от публики, тщательно скрывая свою частную жизнь. Не исключено, что демон блуда вновь совратил мужчину и он увяз в любви с новой любовницей, однако певица может скрывать уход Меладзе из семьи, надеясь на скорое воссоединение. Брежнева упорно опровергает все предположения о разрыве, высмеивает слухи об изменах, однако не может подтвердить свой по-прежнему счастливый союз ни одним совместным фото. А недавно, отвечая на предположения фанатов, она, похоже, опубликовала старое фото с Константином. Певицу выдали волосы, которые на фото гораздо короче нынешней длины. Композитор никогда не был верным супругом. Своей первой жене Яне он наставлял рога долгие годы и даже когда женщина была беременна третьим малышом без зазрения совести жил на две семьи, в браке, одаривая заботой старших детей и с яркой подопечной из Виагры Верой Брежневой. Первая супруга Константина прощала ему многочисленные измены, о которых знала, но Брежнева крепко вцепилась в наставника и увела его из семьи, разрушив брак. Теперь, по закону бумеранга, ее отношения с любвеобильным супругом могла разрушить другая женщина.